Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы готовим по просьбе зрителей. Сегодня мы будем готовить блюдо не совсем индийское. Будем мы готовить сегодня мой любимый салат из баклажан с индийской ноткой, с какой я вам расскажу потом. А сейчас посмотрите, что нам потребуется для этого салатика. Итак, нам потребуются баклажанчики, огурчик, помидорчики, лучок, вареные яйца. И для заправки нам потребуется несладкий йогурт, либо же кефир, зелень, у меня это кинза, можно укроп, петрушку, половинка сока лайма и чесночок. С баклажанчиков мы снимаем шкурочку и нарезаем их соломкой. Я вот так вот снимаю шкурку овощечисткой. И вот мы их почистили, нарезаем их соломкой. Теперь мы их посолим, перемешаем и оставим минуточек на 10, чтобы они пустили сок. Баклажанчики мы будем жарить на кокосовом масле. Это и есть моя индийская нотка. Кокосовое масло, оно такое с дымком пахнет и получается очень вкусно. Ну, это, конечно же, на любителя. Мы отжимаем сок. У меня руки поцарапаны, извините, потому что у меня дома живет страшный зверь. Вот так вот отжимаем сок руками. И отправляем на сковородку. Пока жарятся баклажанчики, мы нарезаем овощи и яйца. Жарим баклажаны до готовности и еще немножко черного перчика я посыпаю. Получается очень вкусно. И сейчас делаем соус для нашего салатика. Давим чесночок. Я чесноковилкой не пользуюсь. Чесночка тоже, если утром, то поменьше. А если вы вечером готовите салатик, то можно и побольше. Нажимаем лимончик. И, конечно же, надо сюда добавить зелень и чеснок, но у меня не влезет. Поэтому я добавляю это все сюда. А это сюда. Солим по вкусу, перемешиваем. Вот такой вот салатик у нас получился. Он довольно-таки легкий, но и сытный. Подойдет он и для завтрака, и для ужина. И я думаю, что он понравится всем любителям баклажан. Да и не только, потому что мой сыночек, он вообще не любитель баклажан, но такой салатик он кушает. Так что приятного аппетита всем. Пока-пока и до новых встреч. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой вот салатик.